Привет-привет, вернемся к заявкам. Вернулась из больнички. Сейчас с мамой еще целый час говорила. Давненько не разговаривали. Мама позвонила мне, говорит, у тебя пропущенных 7 пропущенных. Я говорю, я тебе не звонила. Ну, звонила вчера, но вчера не было 7 пропущенных. Или когда я звонила позавчера, не помню. Склероз старческий. Вернемся к заявкам. Extraordinary Heroes, Deadlock, Instrumental Life Sample. Самплер, короче, написано. Английскими буковками, латинскими. Вышло какое-то видео 5 дней назад. Как не посмотреть? О, обожаю этих мальчиков. Особенно и главного вокалиста. Все время забываю, как его зовут. Просто горе какое-то. Горе в семье. Склерозник, старый склерозник, это горе в семье. Сейчас мы быстренько загуглим, как его зовут, чтобы я могла хотя бы моментально вспоминать его. Я почему-то не могу запомнить его имя. Вычеркиваю его из своей памяти всегда, хотя он мне пипец как нравится, он внешне просто, просто бог. Он просто бог, он красавчик, офигенский. А я все время забываю, как его зовут, чтобы не думать о нем. Вот такая вот дура. Так, где его? Коллектив состоит из 6 участников: Гуниль, Чон Су, Гаон, От, Джун Хан и Джуйон. Джуйон, наверное, его зовут, скорее всего. Я так думаю. Скорее всего, его зовут Джуйон, потому что очень много Джуйонов, которых я знаю, поэтому, скорее всего, его зовут Джуйон. А сейчас мы быстренько с вами посмотрим Джуйон. А рост сразу выбирается. Не надо мне рост, просто покажите мне личико. Фейс его. Да, это он. Секси. Джуйон. Джуйон сладенький. Поехали. Короче, сколько ему лет вообще? Надо не забывать возраст. Так, ладно. Кого это вообще волнует, сколько ему лет? Как будто кто-то замуж за него собрался. Раскатал губу. Закатай обратно. Ага, конечно, раскатал губу. Он еще такой открестился, не дай бог. Не дай боже. Джуйон, сколько тебе годиков? Он, по-моему, окнешка. 2002. Я школу закончила в 2002. Господи, я школу закончила, он только родился. Я ничего не хочу по этому поводу комментировать. Иди в жопу, короче, малолетка тупая. Ой, короче, пошла, посмотрю их новый клип. Раз, два, три. Это обычный кофе, если что. Я смеюсь не от того, что я какая-нибудь... Я алкоголь какого-то хлебнула. Это просто нервный смех. И кружка из Биг Фрайза. Капец, мне не нравится качество. Сейчас быстренько. 720 написано. Давай, 1080. Какого фига? Не очень классное качество. Очень смазанное и мутно. Хотя тут, конечно, нет Джуйона, но все равно. Я хочу видеть это в хорошем качестве, а не в этом отстойном. На 720. Что-то сегодня так по рэпу прям я качнулась немножко. Когда ездила в больничку, слушала все рэп-песни свои, какие есть на телефоне. Корейский рэп, естественно, раз, два, три. Там Янби, бензина, там топчик. Вообще не понимаю, что это такое. 10 апреля, минус отлично. Это же не совсем клип. Это какой-то реальный инструментальный лайф. Он смачно играет. Эмоционально. Класс, да? Покажите мне, пожалуйста, моего Джуйона сладкого. А! Это типа альбом выходит у них. Да? Это они там нарезочку просто сделали. Мне нравится. Сердечко, все сердечко. Краш. Краш увидела в кадре. Не хочу так реагировать на малолеток. Это вообще уже подсудное дело.
Сука. Лучше бы я не смотрела, сколько ему лет. Нахрена я это сделала в своей жизни? Какой ты краш. Я обожаю его пометить на прическу. А еще он такой, блядь, красавчик, сука. Остригись на лысо, пожалуйста, чтоб я потеряла тебе всякий интерес. Иди нахрен. Скотина, бля. Идеальный альбом, просто шикарный. Ненавижу Джулиана. Я официально это заявляю. Я даже не хочу смотреть это, вдруг он в кадре мелькнет. Я столько не материлась, наверное, никогда в одной реакции за 6 минут. Даже если происходил полный трэш вообще в жизни. Киндер-сюрприз. Сюрприз, Сидни. Какая-то лиричная песня, лирика. Хочу, кстати, синтезатор все-таки купить. Пусть соседи застрелятся. Я раньше соседей жалела. А сейчас думаю, да в жопу их вообще. Они же нас не жалеют, потом бегают по потолку с спиногрызом, вечно как будто орёт, как ненормальный там. Лучше барабану сыровку купить вообще будет. Что-то крутое, да, намечается? Даже если это будет просто музыка, это будет что-то очень классное. Там слова. Там есть слова, там что-то будет очень классное. Ну, в смысле, там текст типа, написано, что они там слова писали. Байсом, типа. Не, на гитаре я точно не смогу играть, я уже пробовала. Ну, конечно, наши гитары, это когда там можно струной ну как Хитман, короче, задушить этой струной, настолько она натянута на гитаре, поэтому, ну, пальцы. Мои пальчики не созданы для гитары, для пианино. Ладно, хоть его немножко показали. А скоро? Там полиция, конечно, но скоро за мной приехала, короче, понятно. Джулиан, ты же смотришь это видео? Ага, конечно, смотрит, она вообще скажет. Какая-то сумасшедшая, господи, помогите. Суд еще подаст на меня, блин, за домогательство, скажет. На меня напала. Как это называется сейчас? Шуга маме? Нет. Как там называется-то это? Нет. А, есть еще такая болезнь какая-то, да? Не помню, как называется она. Ну, болезнь, короче, есть, когда молоденькие парни увлекаются пожилыми женщинами. Но я сомневаюсь, что они мной увлекутся, конечно. Да, у меня настолько низкая самооценка, что я на 100% уверена, что ни один молодой человек никогда не заинтересуется мной. А стариками я сама не интересуюсь, как бы, да. Мне малолеток подавай по 2002 года. Шучу, конечно. Нафиг они мне нужны, эти малолетки, правильно? Шикарный альбом будет, походу. Я люблю, в принципе, бойсбенды в плане, когда они сами играют, вот типа как CN Blue. Я, кстати, сегодня, когда ехала, тоже не только рэп слушала, пока больничку гоняла, в больничку из больнички, я слушала еще CN Blue, там у меня как раз заиграл Control, я просто обожаю эту песню, просто обожаю. Кстати, к Зинарию Хирову все равно заблочу, давайте тоже вместе с вами послушаем CN Blue, вспомним эту старьюшную группу этих старперов. Давай, CN Blue-шки, вот как раз таки Control послушаем, потому что я пипец как соскучилась по этой песне, и она мне так случайно попалась в этом, на моем телефоне просто, в плейлисте, я так... Oh my gosh.
Вот это вот выберу первую попавшуюся. Я еще слушаю английскую версию всегда. Оказывается, есть еще корейская версия, но я корейскую версию никогда не слышала, поэтому я такая. Ничего себе. Ну ладно, я английскую буду слушать. Да ё-моё, чё ты не вставляешься? Этот засранец вылез тут у меня. Я сейчас покажу писал. Нет, я не буду это показывать. Подождите. Нет, покажу. Нет, не буду. Просто. Не шевелись. Сохранить изображение как? Сохрани его уже, блин, сохрани. Манечка. Шучу, конечно, мне просто надо обложку сделать. Это я сделала обложку. А пошла еще раз копирую Синбрю. Почему-то Синбрю не захотел мне это скачиваться. Копироваться, я имею в виду. Ссылка. Окно, что ли, открыть? Походу пожарело на улице немножко. Наверное, плюс 3. Утром уезжала, прям минус 6 было. Холодно, пипец. Я там чуть не это... Не одубела, пришлось такси вызывать. Еще автобуса нету. Посмотрела этот... Как она называется? Яндекс.Карты, назовем так, да. И его там даже за милю нету. Я думаю, ну все, я сейчас тут сдохну. Вся промерзну до костей. Думаю, еще там заработаю какой-нибудь менингит. Хрень какую-нибудь. Думаю, давай-ка такси. 315 рублей еще с утра было. Не 600, как обычно утром. Поэтому я решила. Так, пойдемте Синбрю послушаем. Пойдемте старперов, бойсбенд, тоже бойсбенд. Ой-ой-ой. Раз, два, три. Чутко обожаю. Камин Хьюга, кстати, вот пару дорам только с ним смотрел. Жалко, что ни клипа нет в этой песне. Печаль, беда, тоска. Заплачет, какая разница вообще, сколько песен корейских пихнуть, правильно же? Ну, вообще никого не волнует этот факт.
Вот, пошла я. Что там началось вообще? Спросили меня тут. Это специально для Галины, она смотрит все мои реакции, поэтому...